Православная патронажная служба Кемерово приглашает добровольцев для помощи одиноким пожилым людям. Если вам не безразлична судьба одиноких престарелых людей, инвалидов, обратитесь в православную патронажную службу. Ваша помощь будет необходима в уборке квартир, стирке белья, приготовлении пищи, сопровождении в поликлинику и в решении других бытовых вопросов. Если вы согласны стать добровольным помощником в деле милосердия, ознакомьтесь и заполните анкету волонтера патронажной службы. Анкету отправьте на наш электронный адрес или занесите лично. Узнать подробную информацию можно по телефону